Всем привет из Брестской крепости. Сегодня во время прогулки с друзьями подошел вот к этому экспонату, месту, которое не входит ни в один экскурсионный маршрут. С виду обычный камень, но на самом деле это первый памятник на территории мемориала. Именно возле него когда-то горел вечный огонь. Тут собирались защитники Брестской крепости и величайшие люди того времени. Сейчас и даже признать сложно, что это он сам. Когда-то пытались его расклинить, вот видно, вбивали клинья. Видимо, трещина пошла не так. Трещина, вот тут видим, пошла не так. И камень по назначению не использовали. Он где-то был брошен на территории Брестской крепости, потом поднят и установлен как монумент. Вот в том месте примерно у Тереспольских ворот, где сейчас памятник воинам-пограничникам. Небольшой такой обелиск, но со своей уникальной историей. Так что, когда будете в Брестской крепости, обязательно подойдите. Этот камень помнит руки Самвела Матевосяна, Гаврилова, маршала Конева, да и многих других великих и замечательных людей Советского Союза, многих героев. Возле него когда-то давали клятву пионеры. Ну а мы пойдем гулять дальше. Будет что-то интересное, еще обязательно расскажем.